Здравствуйте, я Мария, эксперт М-Видео, а это робот-пылесос марки Philips Smart Pro Active, с которым я хочу вас познакомить. Внешний вид у него, как и положено, суперсовременный. Черно-глянцевая поверхность с оригинальным узором, сенсорная панель управления. Как еще должен выглядеть домашний робот? Даже название говорит о его незаурядных интеллектуальных способностях. Система Smart Detection из 22 датчиков позволяет пылесосу самостоятельно составлять план для максимально быстрой и эффективной уборки. А запрограммировав ему график работы на неделю, можно вообще забыть о сухой уборке. Вот так. Вернулся с работы, а дома чистота. Вот бы он еще и готовить умел. 4 режима уборки, а точнее движения во время уборки, позволяет охватить каждый уголок квартиры вдоль стен, по спирали для сильно загрязненных мест, Z-программа и произвольная программа, соединяющая все виды движения. В этой модели предусмотрено 4 основных режима работы плюс режим турбо для высокой мощности всасывания. При уборке с программой Z движения пылесоса напоминают челночный ход. Прибор методично и последовательно обрабатывает всю поверхность пола. Возле плинтусов наиболее эффективен специальный режим вдоль стен. Длинные щетки выхватывают пыль и мусор из углов и отправляют их на специальную насадку, а далее в пылесборник. Программа «Отскок» позволяет выполнять работу в меблированной зоне, а режим «По спирали» используется в сильно загрязненных местах. Пылесосом можно управлять вручную, а можно с помощью лазерной указки. Это не только удобно, но еще и весело. Акселерометр, гироскоп, инфракрасные датчики, оборудование как на борту корабля. И все это помогает прибору отлично ориентироваться в пространстве и обходить крупные препятствия. Для помех поменьше в комплекте с пылесосом идет так называемая виртуальная стена. Это такое устройство, которое создает невидимый барьер из инфракрасного луча и тем самым устанавливает границы, за которые робот не может выйти. Дойдя до виртуальной стены, пылесос просто изменит свое направление. Активируйте эту функцию и смело оставляйте пылесос без присмотра. Робот не разобьет дорогую вазу, стоящую на полу, не затянет длинные шторы, не упадет с лестницы, не опрокинет миски ваших домашних питомцев и не запутается в проводах. Ну надо же, какой самостоятельный! Усы украшают не только мужчин. Удлиненные передние щетки – залог успеха трехэтапной системы очистки. Они собирают пыль даже из углов, направляя ее прямо к основной насадке. А салфетка собирает мельчайшие пылинки для безупречного результата. Кстати, аккумулятор рассчитан примерно на 120 минут уборки. Но если вдруг пылесосу не хватит этого времени на уборку, он автоматически вернется на док-станцию. Робот-пылесос Philips Smart Pro Active поможет вам поддерживать чистоту в доме без лишних усилий. Находка для тех, кто живет активной жизнью. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. М-Видео. Нам не все равно.